Бальтазар скачки. Балтика Шторм выигрывает прием. Тут же Салонга, Лемон Грейс, Спорки Миссия, Горянка Чару, Катарина Вит. 8,8. 100 метров пройдено за 8,8 секунды. Балтика Шторм впереди. На второе место перекладывается Лемон Грейс. На третье выходит Спорки Миссия. Салонка четвертая. Вот остальные растянуто. Катарина Вит и Горянка Чару. По противоположной прямой лидирует Балтика Шторм, Мурзабек ее сдерживает. На втором месте держится Лемон Грейс. Салонга перекладывается на третье. Четвертое тут же Спорти Миссия. Катарина Вит и далеко сзади Горян Качан. 500 метров пробены за 30,3 секунды. Лошади входят в левый поворот. Балтика Шторм впереди. Лемон Грейс второй. Салонга третий, четвертый, Спорти Миссия. Ну и далее Катарина Вит и Горян Качар. Лошади по скачке растянулись. 29,2. 500 метров пройдено за 29,2 секунды. Балтика Шторм вводит компанию на финишную прямую. Легко едет Мурзабек, уверенно и в руках. В то время как Лемон Грейс едет вовсю и не может она достать Балтику Шторм. Вот только сейчас Мурзабек начинает посылать. И уезжает. Приз в честь героя труда Ставропольского края Николая Петровича Шурупова выигрывает Балтика Шторм. Лемон Грейс финиширует второй. На третье место выходит Катарина Вит. Салонка четвертый. Спорт Миссия пятый. Замыкает Горянка Чарм.